Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте, добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Даниил в 12 главе говорит о последних днях. Написано, что в последние дни увеличится поток информации. Это не похоже ли на компьютерные технологии, а? По мне так очень похоже. Я узнал одну потрясающую вещь. Древний еврейский алфавит был в виде пиктограмм или рисунков. А мой гость сейчас вам расскажет, как эти рисунки описывают одну из самых необычайных историй об Иисусе, висящем на кресте. Об этой истории вы вряд ли когда-либо слышали ранее. Итак, Джим, вы выросли в приличной католической семье, но ваша мама становится так называемой харизматкой, начинает интересоваться духовными дарами, исцелениями, чудесами. Она едет к моим хорошим друзьям, Хантерам, которые сейчас с Господом, и берет вас с собой. Это производит на вас огромное впечатление. Слава Богу, я могу ходить. Слава Богу! И скажите, что вы сделали, когда пришли в школу? Я учился в 6 классе католической школы и понятия не имел, как и что делать. Я только знал то, что видел, и это была самая потрясающая вещь в моей жизни. У меня там был один друг по имени Майка, то есть Михей, у которого одна нога была немного короче другой. Окружающие постоянно насмехались над его хромотой, когда он проходил мимо. Как-то мы пошли в туалет, и я сказал: «Присядь-ка на минуточку, я хочу за тебя помолиться». И я начал повторять за тем, что увидел. Ведь я не знал ничего другого, каких-то волшебных слов. Я просто взял его за ногу и сделал, как видел. Я сказал: «Нога, приказываю тебе вырасти», и это сработало. Представляю ваш шок! Да, я был в шоке и даже не знал, что делать, ведь я был 6-классником, увидевшим чудо. И это было, думаю, одним из самых первых чудес, произошедших со мной. А потом он стал ходить на разбор слова и заметил, что не понимает Библию, которую пытался объяснить. Это вас весьма разочаровало, да, Джим? Совершенно верно. Бог начал меня учить и сказал: «Джим, если хочешь понимать, в каком направлении я поведу тебя, если хочешь понимать Библию, то ты должен понять послание к римлянам». Мы с женой оба устроились на диване со своими ноутбуками. Я начал изучать Писание, послание к римлянам, и дошел до 3 главы. Я ничего не понял из этих глав, что меня очень смутило. Но когда я лег спать, то во сне увидел Иисуса. Иешуа, будто в кинотеатре, сзади свет кинопроектора, и мы шагнули прямо в какую-то картину. Он начал рассказывать мне о разных частях стены. Я видел дверь, ворота, окно. Мы общались с ним телепатически, мысленно, как бы из духа в дух. Он повел меня вокруг этой древней постройки, пока я не понял, что это был храм. Он объяснял мне, как он превратился в руины. Все было на основании Писания. Он показал, как действовать по вере. Сон прервался, я проснулся, а моя жена уже ждала моего пробуждения. Она стояла в паре шагов от меня с выпученными глазами и ждала, когда я проснусь. Она спросила меня: «Джим, что произошло сегодня ночью?» А я с просонья говорю: «Ты это о чем?» Она ответила: «Когда я проснулась посреди ночи, то лежала на правом боку. Ты же знаешь, что я не могу спать на правом боку. Я открыла глаза и увидела человека, который стоял над тобою. Как раз я уже, можно сказать, проснулся, и меня осенило. Боже мой, я связал воедино вчерашний день и ночь. Это был ангел, который и дал мне то видение, тот сон. На следующий день я вернулся к дивану, не думая о том, что было ночью, и снова принялся изучать. У меня нет никакого теологического образования или чего-то подобного. В процессе изучения я прошел 3, 4 и 5 главы, пока не закончил все послание к римлянам. Было чувство, будто я сам его написал. Я понял еврейские идиомы, изречения и фразеологические обороты. Позвольте, Джим, идиомы так просто нельзя понять. Этому нужно учиться. А что такое идиома вообще? Идиома — это выражение, которое понимается только в аспекте контекста и данной культуры, если вы понимаете. Знаете что? Автор послания к римлянам вложил в Джима откровение, которое он до сих пор помнит. Давайте перейдем к примеру. Вот сразу к делу, скажем так. Поделитесь с нами, пожалуйста, тем, что получили от послания к римлянам. Ну, хотя бы один пример. Бог мне показал одно выражение, которое неправильно истолковывается чаще всех остальных мест Нового Завета, которое на иврите называется «брит хадаша». Это выражение «под законом». Я всегда понимал, что мы больше не под законом, то есть больше не нужно этого придерживаться. Но когда я заново начал штудировать послание к римлянам, Бог мне сказал: «Нет-нет, ты неправильно понимаешь контекст и культурный аспект, который я вложил в него для того времени». Павел имел в виду вот что. На самом деле то же самое используется в современной правовой системе. Мы все под юрисдикцией Конституции страны, но она действует только тогда, когда ты ее нарушаешь. Итак, Господь сказал мне: «Ты больше не под бременем закона. Это наказание, за которое я умирал. Я умер не для того, чтобы одно заменить другим ради твоей защиты. Мессия пришел освободить нас от наказания нашего, которое мы заслуживали, но не Конституции». Знаете, это существенно меняет мировоззрение. И вот что произошло. Как только он начал получать такие откровения и учиться об этом, стали проявляться чудеса. В начале такого множества чудес не было, но не переключайтесь, мы скоро узнаем подробности. Это сверхъестественно. Я очень хочу, чтобы у вас постоянно было божественное здоровье, поэтому я отобрал свои любимые исцеляющие места из Библии в разных переводах, сделал так, чтобы они подошли к вашему конкретному случаю, и выпустил все это в виде бесплатной электронной книги, чтобы вы могли иметь к этому доступ. Теперь вы можете каждый день размышлять и молиться над этими строками, и вы станете свидетелем сверхъестественных исцелений. Вы можете совершенно бесплатно скачать эту книгу прямо сейчас. Это сверхъестественно. Сразу после обретения откровения Джим начал учить, и как только он начал, Бог стал являть чудеса. Расскажите, пожалуйста, о некоторых. Вот одно из самых удивительных чудес в моей жизни. Я служил пастором, и одна супружеская чета пришла навестить нашу церковь. Родом они были из Румынии, но жили на одной улице со своими друзьями, которые были из Чикаго. Я еще не был лично с ними знаком. Я молился за ту пару из Чикаго о благополучной поездке. Во время молитвы я почувствовал, как от женщины, с которой еще не был знаком, начал исходить свет, такой мягкий свет. Я прервал молитву, спросил ее разрешения и начал молиться за нее. Прямо во время молитвы Господь начал пророчествовать через меня. Я не знал, что буду говорить, просто начал говорить то, что было в моем духе. И сказал: «Мэм, Господь говорит, что у вас повреждена матка, и у вас бывают сильные боли, но Он говорит, что исцелит вашу утробу и даст вам помазанное дитя». И она начала плакать и спросила: «Это ты ему рассказала?» А ее подруга и говорит: «Я ничего не рассказывала». А я говорю: «О чем именно?» «Да я даже не знаю, что я сейчас сказал». Чтобы выяснить подробности, мы молились за нее более углубленно. И через 50 дней, а это уже число, сами знаете. А сколько лет она, кстати, скажите, была бесплодной? 7. Ничего себе! Они долго пытались завести детей. Если бы у них уже было 10 детей, то это бы немного усложнило дело. Но у них детей не было совсем. Она была бесплодна. 50 дней спустя, во время праздника Кущи, который является большим празднеством года, она в одночасье исцелилась и забеременела. Прямо настоящий праздник! Аминь! И расскажите нам о том, как у одного из ваших сотрудников новорожденный ребенок был в критическом состоянии. О, это чудесно! История. Нам позвонил один из лидеров из Оклахомы. Он был в растерянном состоянии. Их новорожденная дочка находилась в реанимации и умирала. Ей была, кажется, неделя от роду. У нее была очень высокая температура и инфекция. Но никто не мог определить, что с ней такое. Он не знал, что делать. Он сказал, что должен позвонить своему пастору, и позвонил мне. Мы оба были на телефоне. Я тоже не знал, что делать. Я никогда ее не видел. И я стал просто молиться. Во время молитвы я увидел в видении эту малышку, лежавшую на правом боку. И Господь дал мне слово знания. Он сказал, она лежит не так. У нее проблема с правой стороны. Я прервал молитву и сказал ему, слушай, тебе нужно сделать вот что. Пойди к вашему врачу, пусть он проверит правый бок. Он так и сделал, пошел к врачу. И представьте себе диалог с врачом. Доктор, во время молитвы мой пастор увидел видение и сказал, что нужно обследовать правую сторону. Доктор, придя в некоторые замешательства, тем не менее, так и сделал, потому что не было никакого другого выхода. Они приняли решение исследовать ультразвуком ее полость, чего раньше делать не приходилось. Ей сделали всевозможные анализы крови и снимки. Ей сделали УЗИ правой стороны, там, где были всякие трубки, и нашли 3 тромба. Ее срочно отправили на экстренную операцию и удалили эти тромбы. И знаете ли, Бог так благ, через 3 недели она уже была дома с мамой. Это совершенно здоровый ребенок. Но если бы не вмешательство Божье, у них бы не было этой прекрасной маленькой девочки. Ведь так, Джим, это точно. Вы любите изучать древнееврейский алфавит, потому что, как вы объяснили, из-за этого он похож чем-то на китайский. На самом деле, первые слова были в виде рисунков. Совершенно верно. Приведите нам один пример. Я обнаружил, что один из самых сильных образов, повторюсь, что каждая буква на иврите была рисунком, как египетские иероглифы, и что-то свое обозначало. К примеру, буква «Тав», последняя буква алфавита, изображалась в форме креста, что означало «завет» или «договор». Так, а другая буква «Йод» первоначально изображалась в форме гвоздя. Следующая буква — это «Реш», это буквальное изображение человеческой головы, и она означает «голова» или «начало». Еще одна буква, и мы потом на ней остановимся, это «Х». Эта буква одна из моих самых любимых, так как у меня 6 детей, это изображение прыгающего человечка, и она означает «откровение». И я вам сейчас продемонстрировал «Тав», «Йод», «Реш» и «Хэ». Это одно слово «Тора» на иврите. Оно написано пиктограммой. Завет, скрепленный гвоздями, это есть главное откровение. Вот как звучит на самом деле слово «Тора». Позвольте я детально объясню, насколько это потрясающая вещь. Иисус, Иешуа, сказал, что Он есть Божье Слово. А единственным Словом Божьим в первом веке, еще до появления Нового Завета, была Тора и пророки, псалмы также. Итак, Он говорит, «Я живое Слово Божие, я завет, скрепленный гвоздями». Это те гвозди, которые были вбиты в Его руки на кресте. А Он есть главное откровение. А теперь очень важный, потрясающий момент. Прочитайте это в обратном порядке. Если прочитать это в обратном порядке, то... Так мы и читаем на иврите. Так вы и читаете на иврите. Для нас это кажется задом наперед, верно? Но если так прочитать, то получится «открытый миру есть глава завета, скрепленного гвоздями». Если вы знаете Тору, то помните, что Иешуа говорит, «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне». Потому что Моисей был Торой, а само слово «Тора» обозначает «завет, скрепленный гвоздями, есть главное откровение. Я есть завет». Это что-то значит для вас? В следующей части задумывались ли вы когда-нибудь, почему евреи такие благословленные? Ведь мы самые немногочисленные, по сути дела. Большинство нобелевских лауреатов — это евреи по вероисповеданию. Посмотрите на врачей, юристов, бизнесменов, в кино, в искусстве. Потрясающий, но... Почему, скажите мне? А на это есть свои причины, и вы скоро о них сами узнаете. Это сверхъестественно. Если вы любите смотреть нашу программу, то сейчас вы можете смотреть сотни наших архивных программ онлайн, сколько пожелаете, на своем компьютере, смартфоне, iPad или на вашем любимом планшете. Эти программы станут инструментом, который поможет вам стать нормальными, но нормальными в библейском понимании этого слова. Так что присоединяйтесь к нам на нашем сайте. Там вы сможете посмотреть специальные трансляции служения и наставничества, передаваемые из нашего медиа-центра, находящегося в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, в которых участвуют лучшие учителя с самыми разнообразными дарами Святого Духа. АйСН — это средство, которое сделает вас нормальными, нормальными в соответствии с Библией. Вы будете научены и наделены способностью жить в Божьем сверхъестественном, так, как никогда ранее. Просто заходите на веб-сайт, адрес которого указан на экране. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я слезно молил Бога об ответе, существует ли в твоей церкви сегодня то сверхъестественное, о котором я читал в Библии. Я 8 лет страдал от депрессии из-за немощи и болезней, и устал от такой церкви, где нет движения Духа Святого, нет знамений и чудес. Я начал смотреть ваши программы, это было что-то потрясающее. Я получил ответ от Бога через вас и ваших гостей. Через ваше служение Бог показал мне, что Его сверхъестественная сила действует в Его церкви и сегодня, и это мне тоже доступно. Итак, я посмотрел телевизор и понял. Благодарю вас за то, что вы есть, и за мое спасение. Я был под влиянием духа самоубийства, а Бог через вас спас мою жизнь. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественно. Итак, Джим, почему вы думаете или считаете, что евреи благословлены несоизмеримо больше, чем все остальное сообщество людей? Знаете, я люблю пересказывать одну историю, которую рассказал мне мой хороший друг. Он сказал: «Ты знаешь, у меня есть бухгалтер-еврей, и однажды я пришел к нему в кабинет и сказал: среди твоих клиентов есть и христиане, и евреи, верно?» Он ответил: «Совершенно верно». Я спросил: «Кто зарабатывает больше, евреи или христиане?» Он засмеялся и ответил: «Конечно же, евреи, 10 к 1». Я сказал: «Любопытно, в чем же разница? Чем же так евреи отличаются?» Тогда он взял со стола Библию и спросил: «Видите эту Библию?» И я ответил: «Да, конечно». Он продолжал: «Вы, христиане, читаете ее с конца, а все финансовые принципы находятся только в ее начале. Запомните». Классно. Я работаю с семьями, с детьми, подростками и отношениями между людьми. Я научился тому, что если ты хочешь иметь успешную жизнь, то успех строится не вокруг знания, а вокруг отношений. Но есть знания, которые приводят тебя к самой основе отношений, и тогда открываются двери к финансовому или сверхъестественному прорыву. Я обнаружил, что в большинстве случаев Ветхий Завет — это тайнопись Нового Завета. Новый Завет — это раскрытое содержание Ветхого. Хорошо, но постойте, если Новый Завет — это содержание Ветхого, то что бы вы ответили тем, кто скажет: «Ну, раз он короче, я буду изучать только его и не буду читать сначала». Вы правы. Что бы вы сказали? Я бы сказал: все мы учились в школе, и там изучали математику, чтение, литературу, и вам дали книгу для чтения, а вы говорите: «Знаете что, я не хочу читать всю книгу, я буду читать только последнюю главу». Вы прочитываете последнюю главу, где весь драматизм, все захватывающее содержание, но вы не узнаете, кто главные герои, Вы не увидите, как развивались отношения, приведшие к такому результату. Вы увидите только конечный результат, но не узнаете, что к этому привело. И как часто мы, верующие, хотим видеть только конечный результат, особенно здесь, в Америке. Мы хотим экспресс Бога, а вот чего мы хотим. Мгновенного удовлетворения, мгновенного исцеления. Положа руку на сердце, нам просто нужен Санта-Клаус. Но Бог сказал, что вся соль не в конечном результате. Нужно пройти длинный путь. Вот поэтому евреям понадобилось 40 лет хождения по пустыне, потому что внутри них еще был Египет, и Бог хотел его из них вытащить. Вся соль в длинном пути. И начало книги или Ветхий Завет — это начало пути. В этом глубина. И послание к евреям — это глубина. Любые взаимоотношения, практически любая проблема, которую я видел, восходит к тому, что люди не знают этот древний принцип. Знаете, я бы очень хотел иметь некоторые из принципов, о которых учит Джим. К примеру, вы говорите о проблемах во взаимоотношениях не только в браке или с детьми, но и на работе с сотрудниками, работодателями или проблемы с одноклассниками. Они так просты, что если каждый будет следовать этим библейским секретам, если хотите, они перестанут быть тайной, хотя так-то оно и есть для многих христиан, как это ни странно звучит, потому что они не читают, как Джим это называет, фронтальную часть книги. К примеру, Джим, один из принципов, и он сложный, не оправдывайся, расшифруйте нам его. Послушайте, нам нравится оправдываться. Если копнуть поглубже, мы все греки. Греки любят философию и дебаты. И когда двое собираются вместе, послушайте, они почему-то начинают обижать друг друга. Будем честны сами собой. Но когда появляются крепкие взаимоотношения или успех, возникает вопрос, как их удержать, а не как их избежать. Потому что конфликты избежать нельзя. Если мы слишком долго стоим близко друг к другу, то я в конечном счете наступлю тебе на ногу. Вот как мы справляемся с конфликтом, который определяет наш дальнейший успех или неуспех. И вот один из принципов — не оправдывайся. Я вижу, особенно в браках, хотя это часто случается и в бизнесе, мужья легко способны обидеть своих жен. Не слышу мужского смеха в зале. Тут всем не до смеха, и жена или другой человек, которого мы обидели, эмоционально реагирует на обиду. И что происходит? Мы начинаем оправдываться. Но для обиженного человека эти оправдания не имеют значения. Имеет значение только обида. И вот библейский принцип. Господь сказал Моисею: «Я уничтожу народ израильский». Моисей не оправдывал то, что делали люди, но он достучался до его сердца. Такое было единственный раз. Моисей достигает сердца Бога и говорит: «Иегова, логически ты прав, у тебя есть основания уничтожить этих людей за то, что они сделали. Они не послушались твоего святого слова» и так далее. Затем он сказал: «Вспомни, что ты любишь их, что они твой народ, и ты обещал взять их в удел». Таким образом, он прикоснулся к чувствам Иеговы. И самым невероятным образом почва подготовлена теперь, и Господь вспомнил свой завет и помиловал их. В Новом Завете есть притча, имеющая к этому отношение. Помните, Иешуа рассказал притчу о семени. Он сказал, что есть каменистая почва и хорошая почва. Есть бетон, есть парковка торгового центра. И вот как мы поступаем, ну, особенно мужчины. Мы любим правду, мы любим взять семена, приехать к своей жене на самосвале, свалить всю правду на нее или своего работодателя, или на кого-то еще. А если там бетон, если мы сначала не подготовили почву, никто нас слушать не будет. Я обнаружил, особенно при консультировании семей, что женщины разбираются в почве, а мужчины нет. И что нам нужно сделать? Нам нужно нащупать почву и подготовить ее. Если кто-то обижен, то вот вам ключ. Нужно сказать такому человеку: «Я понимаю твои чувства. На твоем месте я бы чувствовал себя так же. Я сожалею, что обидел тебя. Пожалуйста, прости меня». И теперь, когда вы это сказали, и иногда бывает, что вы правы во всех смыслах, но люди делают вас виноватыми. Но это не имеет значения. Не имеет значения, кто прав или виноват. Тут действует другой принцип. Правота или неправота не имеют значения, когда включается механизм восстановления. Нам нужно приготовить почву, достичь самого сердца. И как только сердце готово, вы говорите: «Знаешь, когда я так сказал, я имел в виду то-то и то-то». И вот тогда-то ваша жена вас услышит, ваш партнер вас услышит. Знаете, Джим, эти принципы сверхъестественно изменят любые взаимоотношения. Вы думаете, если люди будут следовать этим сверхъестественным принципам, это изменит любые безнадежные отношения? Я больше чем уверен. Люди по всему миру присылают нам свои истории. Были жены, которые смотрели на все серии проповедей и некоторые из моих учений и заставляли своих мужей сидеть и смотреть, привязывали их к диванам и прятали пульт от телевизора. А через 3 часа те уже плакали в покаянии, и взаимоотношения восстанавливались. Были бизнесмены, которые ссорились со своими партнерами до состояния развода, так сказать, разрыва отношений. И просматривали это. Их семейная жизнь поменялась кардинальным образом, и отношения восстановились. Это не просто какие-то непонятные принципы, а это принципы Божьи. Таким должен быть наш стиль жизни в отношениях с людьми, который взят из древних принципов, начиная с Бытия и заканчивая книгой Откровения. Есть 2 очень важные составляющие, которые должен знать каждый, чтобы иметь успех. В отношениях должна быть душа и любовь, вне всяких сомнений. Некоторым это неплохо удается. Вторая составляющая также очень важна. Вы должны иметь правильные наставления. А знаете что? Что означает слово «Тора»? Это означает наставление как раз-таки. Вы должны иметь правильные наставления и должны сделать Иисуса своим Мессией и Господом. Аминь. А если нет, то мне вас жаль. Смотрите в следующем выпуске. Видите ли, многие верующие говорят: «Я хочу иметь силу Духа Святого». Но где же те, кто хочет иметь близкие отношения с самой недопонятой личностью в Библии? Скажите, где вы?